Очень полезным приобретением в быту может стать автоматический водный диспенсер. Универсальная крышка подойдет для использования 1,5 и 5-литровых бутылок, отчего его можно применить для разлива молока, сока, воды, газировки и любой другой жидкости. За одну минуту насос способен прикачать 1 литр жидкости. А благодаря специальному механизму отключения удобной насадки, жидкость будет точно попадать в емкость и не оставлять капель и пятен на поверхности. Работает прибор от 2 батареек типа 3А. С этой ленивой посудой вы сможете насладиться любимыми закусками, не отвлекаясь от просмотра видео на телефоне. Она сочетает в себя небольшую емкость для снеков и удобную подставку под телефон. Тарелка разделена на 2 этажа, где верхний является отсеком для вкусностей, а нижний для складирования остатков. Из минусов сразу же могу отметить невместительный отсек для снеков. Посуда выполнена из приятного на ощупь пищевого пластика, который легко вымывается и не теряет своего внешнего вида. На выбор предоставлено несколько ярких цветов. А теперь на очереди умные часы, совмещающие в себе множество функций. Они отображают время, рассчитывают ваши шаги, напоминают о сидячем положении, отображают погоду, следят за вашим сном и даже измеряют температуру тела. Самое интересное, что это только часть тех возможностей, которые предлагают эти смарт-часы. Весят они всего 28 грамм. Корпус сделан из нержавеющей стали, застежки бывают разных цветов, а также они очень приятные на ощупь. Эти часы идеальный вариант для людей, стремящихся следить за своим телом. Еще одна прикольная вещица – карманный фотопринтер. Устройство предназначено для печати изображений с телефона и планшетов. Оно использует технологию Zinc, которая способна передать 256 степеней насыщенности пикселей в разрешении 313 на 400 dpi. Гаджет подключается через Bluetooth. На печать одной фотографии уходит около 45 секунд, а суммарный объем фотобумаги достигает 10 штук. Необычные наручные часы продаются в нескольких ярких вариациях расцветки и принтов. Они представляют собой подобие браслетов со встроенным циферблатом. Часы выполнены из водонепроницаемого и стойкого материала Tyvek, который не теряет своей формы и не выделяет ворсинок после контакта с водой. Чтобы их порвать или же как-то испортить, придется нехило постараться. И то не факт, что выйдет. Поэтому о надежности можно не беспокоиться. Украшение крепится на руку при помощи магнитной застежки, которая регулируется под любой обхват, не оставляя отпечатков на коже и удобно сидит на руке. Всем любителям необычных колонок также может понравиться и этот красавчик. Это мини-блютуз колонка в виде автобуса. Помимо воспроизведения музыки с накопителей, она поддерживает и радио. Колонка полностью сделана из ABS пластика. По ссылке с автобусом входят литиевая батарея и один зарядный кабель. Поддерживает выходы USB и AUX. В общем, проблем с подключением к устройству возникнуть точно не должно. Колонка красивая и выделяющаяся, отчего ее можно использовать для подарка. Увидев это кресло, я, честно говоря, немного офигел. И не от его крутости, а от цены. Это массажное кресло оснащено G-образным сиденьем, которое задействует во время массажа все болевые точки. Что-то подобное вы наверняка могли встретить в торговых центрах. Оно имеет 6 различных режимов массажа, подходящих как для ежедневного использования, так и для проработки беспокоящих участков. В ход идет вся спина, шея, ягодицы, руки, поясница и даже ступни. Кроме того, этот, не побоюсь этого слова, трон имеет угол наклона в 180 градусов, что идеально подходит для режима растяжка. Из дополнительных функций можно выделить музыкальную синхронизацию, в которой массаж будет проходить в такт с мелодией. Если не смотреть на цену, то вещь однозначно прикольная, а вот посмотрев, начинаешь задумываться, а нужно ли оно мне. Беспроводная сенсорная мышь – это эргономичное устройство, способное упростить вашу работу за компьютером. Мышь очень легкая и приятная на ощупь, отлично лежит в руке. Дистанция, на которой она может работать, достигает целых 10 метров. Отклик у нее, конечно, не самый быстрый, но для работы его будет более чем достаточно. Она очень легко складывается и не создает никаких проблем при переноске, и в наличии имеются черные и оранжевые цвета. А это Bluetooth-колонка в виде спиннера. Многие люди не могут сидеть спокойно и всегда хотят чем-то занять свои руки. Для них подобный товар подойдет идеально. Можно слушать любимую музыку и параллельно крутить спиннер. Колонка довольно небольших размеров, ее легко можно носить с собой в кармане. Сделана она из пластика. Также она может подсвечиваться, создавая особую атмосферу во время прослушивания любимой музыки. В наличии имеется множество различных цветов. Это очень крутой электроскейт. Эта модель рассчитана как для новичков, так и для опытных рейдеров. Ее колеса оснащены противоскользящей поверхностью, позволяющей ездить в дождливую погоду без ухудшения управляемости. Не менее важную роль играет и надежное покрытие деки, препятствующее скольжению. Изогнутые бока доски и вогнутая конструкция колес компенсируют ударные эффекты при езде по неровностям, благодаря чему скейт может использовать как для езды по городу, так и за его пределами. В этой модели установлены 2 электрических двигателя мощностью 480 Вт, дающие возможность разогнаться до 40 км в час. Один полный заряд батареи рассчитан на 25 км. Пользователь также может выбрать свой наиболее комфортный режим езды из 4 предложенных.